братья и сестры, продолжаем тему. Сегодня я хочу также продолжить очень важную тему истории христианства. Я так понимаю, что очень надо нам сегодня всем из истории церкви, из истории христианства, мировой истории христианства, взять для себя очень важные уроки, чтобы научиться подражать вере тех, кто дошел до конца, и учиться также на ошибках предыдущих поколений верующих. И, в общем-то, нам будет понятнее многое из того, что происходит сейчас. Будет очень понятно, почему сегодня, допустим, в историческом христианстве, в современном христианстве много очень проблем. Корни этих проблем, они уходят вглубь столетий. Конечно, допустим, сегодня, если какой-то из священнослужителей, допустим, проклинает евреев, проклинает Израиль, он, может, даже и не знает этой традиции, откуда она появилась вообще в христианстве, но все имеет свою историю и предысторию. И я Бога благодарю за то, что, допустим, вот нынешний, ныне здравствующий Папа Римский, Бенедикт XVI, он таки сделал очень важное заявление, которое ожидали давно уже, которое ожидали уже, ну, больше 50 лет, это однозначно, не только евреи, но и многие именно евангельские христиане ждали, значит, и не могли дождаться от предыдущего Папы Римского, Ивана Павла II, который, хотя делал покаяния определенные такие перед еврейским народом, но так и официально и не снял вот это обвинение, бессмысленное обвинение в богоубийстве, которое было возложено на еврейский народ средневековыми авторами, богословами. И католики это сделали. Это очень важный шаг, я считаю. И хотя во многом еще в католической церкви остается много проблем серьезных, но вот в этом отношении они сделали, конечно, большой вызов и нам, православным. Я считаю, что православным юрисдикциям и в Украине, вот Московский патриархат, Киевский патриархат, Автокефальная Украинская церковь, другие небольшие такие юрисдикции православные, всем есть теперь повод задуматься. Если предстоятель такой огромной такой структуры, огромной, самой крупнейшей в христианстве деноминации, сделал такое заявление, то теперь, думаю, пришло время и нам, традиционным уже, значит, церквям, вне католической церкви, когда-то в средние века отколовшимся от католицизма в 11 столетии, пришло время тоже пересмотреть свое предание, свою историю и, в общем-то, покаяться честно и признать, что обвинять еврейский народ в убийстве Мессии – бессмыслица большая. Сам Христос говорил об этом так, что никто не может взять мою жизнь, отнять ее, я сам отдаю ее за жизнь мира. И не Риме, римских солдат или евреев, кричавших «распни, распни его», бессмысленно сейчас обвинять в убийстве, в богоубийстве. Если бы знали бы те люди, что они делают, они бы не сделали никогда бы подобного вообще. Жертва Мессии, жертва Христа была добровольной жертвой, жертвой любви. Мы знаем ключевой стих из Нового Завета, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И жертва Христа – это не трагедия, это не поражение Бога, а это победа Бога. Это Его милость, это Его любовь именно. Это здесь мы должны видеть не просто там ненависть людскую, а именно любовь Божью. И вот если смотреть именно в таком ракурсе, то все совершенно другими глазами видится. Для невозрожденного разума, для невозрожденного человека, конечно, здесь распятие Мессии – это скорее трагедия и богооставленность, и, в общем-то, ничего доброго. Но для человека возрожденного, верующего, все должно видеться совершенно другими глазами, абсолютно другими глазами. Это Агнец Божий, который взял грехи всего мира. И во Христе, в Его крови, евреи, не евреи, все теперь мы имеем доступ к престолу Отца Небесного. Слава Иисусу Христу, слава нашему Господу. Друзья мои, из истории церкви я вчера начал говорить о том, что с 325-го мы записали года, да? Запомнили эту дату? Это год Первого Вселенского Собора. По 843 год, вот в это время, значит, с 4 по середину 9 аж столетия, зарождалось и формировалось ритуальное христианство. Очень много проблем тогда, как бы,
зарождалось в христианстве, и корни многих современных проблем, корни антисемитизма, допустим, также, именно во многом они вот тогда прорастали. И сегодняшние многие проблемы, они корнями уходят именно туда. Вчера я называл, допустим, одну из таких проблем, допустим, некоторые проблемы. Мы записали антисемитизм, да, педобаптизм, многобожие, также идолопоклонство, да, цезарепапизм, да, вот эта зависимость рабскую такую от государства. Иисус не был цезарепапистом, знаете ли, позиция Мессии была универсальна, кесарю кесарева, Богу Божье. Он не прогибался ни перед сильными века сего и не гордился перед слабыми и вообще ничего не значащими. Он держал такую нейтральную позицию по отношению и к религиозным людям, и к светским людям. Да? Он держал нейтральную позицию по отношению и к богатым, и к бедным, к мудрецам и невеждам. И в этом, конечно же, величие Мессии и пример для подражания. Очень большой пример для подражания. Что еще можно на эту тему вам сказать? Вообще тема огромная, конечно. Я хотел бы записать с вами, чтобы вы записали некоторые такие даты ключевые. Мы вчера записывали 431 год, да, запомнили ту дату? Это год Вселенского собора, третьего уже Вселенского собора. Если на первых двух соборах вероучительно не было таких ересей провозглашаемо, хотя уже цезарепапизм уже был налицо, подчиненность государству, то уже на третьем соборе, в начале 5-го столетия, именно откровенная ересь прозвучала. И мы вчера узнали такую малоизвестную для русскоязычного человека информацию, что, оказывается, соборов-то было два аж целых. 22 июня, 26 июня. И когда мне традиционалисты, многие священники, мои вчерашние коллеги порой говорят: о, ты вот не принимаешь решение Третьего Вселенского Собора. Я говорю: господа, я принимаю. Но какого Третьего Вселенского Собора? 22 нет июня. Почему? Потому что его решения были основаны на лжи, на ложных откровениях, ложных убеждениях, видениях всевозможных, на спиритизме. Но 26 июня, да, признаю, потому что решение того собора было как раз не менять христианство, не приносить в него эти ереси пагубные, и основаны были на Писании, на Библии и на здравом смысле. И мы вчера узнали, что участники того собора были репрессированы. И, в общем-то, если в 4 столетии императора провозглашали, что то, что мне угодно и есть канон церкви, то уже в 5 столетии уже воочию мы увидели, не просто заявление, не просто какие-то слова, а уже меч увидели. Уже увидели репрессии, гонения, именно оппозиции, уничтожение оппозиции религиозной. То есть тех, кто не согласен был с генеральной политикой уже императора и бесхребетных таких христианских служителей, вот именно официальной такой религиозно-мафиозной коррумпированной структуры византийской значит, церкви, вот тех уже убивали. И убийства, репрессии становились порой массовыми. Я расскажу сегодня кое-что об этом. Это очень такая драматичная история. Так вот, я вчера сказал, что участники собора 26 июня были репрессированы. И не только они, но и те епископы, те митрополиты, священнослужители на местах, начиная от Иерусалима, заканчивая Константинополем и даже далее, которые не согласились признать решение 22 июня собора. Они подверглись репрессиям. Сотни священнослужителей, высокопоставленных различных епископов были в местах уже не столь отдаленных, были либо в ссылке, это при... Некоторым позволили уйти как бы на пенсию, а так в ссылку, а чаще всего именно на верную смерть в каменоломне, в этот самый трагический такой известный оазис Нибис в Верхнем Египте, где нашли приют свой последний, значит, сотни служителей разного уровня греческой церкви православной, которые не пошли на компромисс с совестью. Они предпочли страдать тогда, чем иметь время на греховное наслаждение. И я Бога благодарю, что были такие люди в истории, которые не пошли на поклон к Мамоне, не пошли на поклон к императору и к тем продажным волкам в овечьей шкуре, наподобие этого Кирилла Александрийского там, и же с ним. Я не называл всех этих личностей, оно ни к чему, наверное, нам сейчас знать. Но десятки таких очень таких
нехороших, к сожалению, персонажей тогда в истории христианства появилось, и очень мрачных фигур, которые очень много беды сделали. Даже официально сама же церковь порой открещивается теперь от некоторых из них. Вот представьте себе, сотни вакансий, значит, образовалось, потому что епископы были репрессированы. На их места поставил император монахов чаще всего, африканцев, которые были в большинстве своем неграмотны даже. В большинстве своем не знали, значит, Писание. А если и знали Писание, да, были и знатоки Писания, были и грамотные, конечно же, монахи, но они пренебрегали Писанием. Знаете ли, запишите вот Матфея 22:29, слова Иисуса. Матфея 22:29, сказано там: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Есть такой перевод: «Заблуждаетесь, игнорируя Писание и силу Божью». «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». В общем-то, учеников Садока было трудно упрекнуть, было именно в незнании Писания. Скорее всего, все-таки прав перевод именно второй, новый перевод. «Заблуждаетесь, игнорируя Писание». И вот скажу, что через вот это пренебрежение Писанием много пришло проблем тогда. В Африке образовалось давно уже, еще в третьем столетии, втором-третьем столетии, то есть еще во времена гонения даже еще, в третьем столетии была уже школа сформирована, Александрийская школа богословия. Может быть, слышали об этом? Александрийцы, Александрийская школа богословия. Некто Пантен, о нем мало что известно, организовал эту школу. Пантен, он был языческим каким-то философом, он обратился как бы в христианство, вот организовал такую школу богословия, первую в истории христианства школу богословия, ну, известную такую. И потом он отрекся от христианства и от Христа и вернулся в языческую религию и стал там неоплатоником, по-моему. То есть он оставил свое детище, но эту школу потом развивали другие некоторые учителя, и Александрийская школа богословия, она со времен Пантена, она чем известна? Вот попытка смешать христианство с язычеством, наверное, объяснить Писание именно греческим таким, греческой философией, не еврейским взглядом, знаете ли, увидеть Библию всю, а вот именно глазами Оригена, ну, Ориген, глазами, допустим, там, Аристотеля, того же самого, глазами вот греческой философии. И, допустим, александрийцы, они старались объяснять даже Писание не прямо, а вот так вот, знаете, иносказательно всегда. Конечно же, есть понимание, да, да, и в иудаизме есть понимание, такое, термин такой, многоликая Тора, да. То есть, конечно же, есть разные значения текстов, Писания, есть прямое, да, одна из таких первых граней, есть иносказание какое-то, есть там поучение, есть там, то есть очень много различных, есть там таинственные всякие знаки, может быть, в Писании некоторые находят. Но, в общем-то, вот все эти грани, конечно, в них можно запутаться исследователю, если не смотреть через первую грань, самую на поверхности лежащую, буквальное значение Писания, буквальное звучание Писания. Это первое. А через нее все остальное можно рассматривать. Если исследователь, он забудет это, то он обречен будет потом впоследствии блуждать в дебрях своей философии, демагогии, и, в общем-то, все ереси так вот возникали, в принципе, большие, малые, что в иудаизме, что в христианстве, когда люди просто-напросто забывали вот это, вот эту здравость, и забывали первое значение Писания, собственно. И вот александрийцы, они пошли по такому скользкому, очень опасному пути. Они отказались от еврейства, отказались от еврейского взгляда на Библию, выработали свою систему толкований, объяснений Писаний. И это была большая, да, система, но она породила монстров впоследствии. Именно с Александрией впоследствии вот тот же самый Кирилл Александрийский и многие прочие еретики-то и поднялись, которые заявляли, что вот их опыт мистический может быть даже ну, выше опыта откровения Библии. И да, именно так они поступали наверняка. Что еще скажу, что через два, вот монахи, заняв епископские вот эти кафедры, они всевозможные ереси стали распространять в христианстве.
О монашестве вкратце скажу, что я вчера говорил, что монашество, оно откуда пришло вообще? Африка, да. Африка из гностицизма, знаете ли, вот и это гностицизм, ставший как бы христианством, но слишком все это как бы разнится. Христианство и гностицизм невозможно на одну полочку поставить. И то, что, что же монахи пропагандировали, по сути, ну, то, что делали гностики, это идеал гностицизма, самоубийство, или же называется самоумерщвление плоти. Ну, это основное самоубийство, только медленное, не быстрое, а медленное, потому что в их понимании, у гностиков, в их понимании именно само тело и сам материальный мир, это уже что-то уже, знаете ли, негодное, грязное. И, конечно, идеалом гностицизма было монашество. В идеале гностик — это монах. Если гностик, он женатый человек, то это как бы это не приветствовалось, конечно же. Это было лишь как бы начинающий, может, гностик какой-то. А вообще гностик — монах. Потому что если он будет женатым человеком, он будет рожать детей и получается опять обрекать души на, получается, как сказать, на муки какие-то, допустим, да, на страдания. И, в общем-то, гностики вот таким образом жили, одиночками, строгое вегетарианство, да и, в общем-то, медленное самоубийство. Спать на голой земле лежать, значит, и есть минимум самый на холоде, и всевозможные самоистязания придумывали. Но монахи первые, они, в общем-то, так и поступали в истории христианства. В 4 столетии монахом номер один, отцом-основателем монашества, называют Антония Великого. Тоже запомним его давайте. Антоний Великий, он со своими учениками впоследствии, у него было много учеников, последователей, стал идеологом монашества в христианстве уже. Они назывались христианами, они говорили о христианстве, о Христе, но их Христос был очень сильно отличный от того Христа, которого мы знаем в Писании. Их Бог, этих монахов, был очень сильно отличающимся от того Бога, которого можно узнать именно через Писание, через Библию. Потому что Бог монахов, вот тех первых особенно, он был Богом спиритизма, Богом оккультизма, потому что, значит, монахи эти, даже в официальных, вот именно издаваемых, допустим, Московским патриархатом, Киевским патриархатом, католической церковью издаваемые официально житиях этих святых, потому что они официально канонизированы как святые. И Антоний Великий, и Пахомий Великий, и Макарий Египетский, и многие другие, значит, первопроходцы монашества, они объявлены святыми. Так вот, даже в официальных версиях вот этих житий этих святых, в каждом из этих житий десятки свидетельств именно спиритизма. То есть общение с умершими было для них нормальным, совершенно явлением, потому что для гностиков это было обычным, нормальным, это считалось духовным переживанием, спиритизм, общение с духами умерших. Классический пример. Макарий Египетский, это ученик Антония Великого, он... Однажды, написано, он в пустыне нашел человеческий череп, вызвал каким-то образом духа, которому череп при жизни принадлежал, и стал с ним общаться. И дух ему отвечал прямо из черепа. Вот эта беседа записана как бы с его слов, его учениками. Якобы вот собеседник его, этот дух, отвечавший ему из черепа, якобы был при жизни, был жрецом оккультной этой египетской древней религии. И якобы он узнал, Макарий Египетский, что этот жрец сейчас в аду, он мучается в пламени, там, как бы это было похоже на правду. И значит, Макарий стал дальше расспрашивать этого духа. И вот из этого разговора с этим духом родилось первое откровение, вот, зафиксированное документально вот, в истории христианства, о необходимости молиться за упокой, за умерших, за умершие души. Но в то время, в 4 столетии, если бы вы предложили, допустим, молиться за умерших христиан, за упокой, вас бы, ну, просто подняли бы насмех в церквях, потому что, как бы, это было, ну, бессмыслица, как бы, абсолютно. Потому что понимание спасения все-таки оставалось библейским еще в 4, ну, в середине, по крайней мере, 4 столетия, еще однозначно. В конце уже там уже были разные такие кривотолки, разные уже вот эти гностические такие веяния такие.
Но в целом к середине 4 столетия оставалось, значит, такое библейское понимание спасения через веру в Иисуса Христа. То есть в целом христиане знали на Востоке, на Западе, в Африке или там, или где на севере, знали прекрасно, что верующий в Иисуса Христа, он не судится, он перешел от смерти в жизнь. То есть как бы это было известно. Но у обывателя, как правило, был вопрос, а что же тогда вот с теми, кто вот нашими родственниками, их было много, вот, которые не знали Христа, значит, получается, не примкнули к церкви христианской. Вот об этом как бы был заказ на такое как бы откровение. И вот Макарий был вовремя, получается, принес это откровение, что оказывается молиться-то сейчас обычно наоборот как раз. В средние века, когда уже христианство было повсеместным и уже много поколений, да, христианство, тогда уже наоборот стали приоритетом делать именно молитву за умерших христиан. Тем более, что библейское понимание спасения было уже, ну, растеряно, чаще всего, за редким исключением. В средневековой Европе вообще спроси вы хоть даже Папу Римского, как спастись, обычно гробовое молчание вы могли бы услышать. Просто-напросто потеряно было библейское понимание спасения. Библия, она ушла из жизни церкви целой фактически, ну и больших таких деноминаций, крупных. Так вот. И тогда уже в средние века стали говорить наоборот как раз, что надо молиться за умерших христиан. А, допустим, да, сейчас, да, вот в современной практике, допустим, русской церкви или украинской церкви, если, допустим, вы подадите сейчас в соборе записку за упокой, допустим, ну, Наполеона Бонапарта, да, или там, или, я не знаю, кого еще, Мартина Лютера Кинга, допустим, да, или там кого-то еще из умерших, но не православных, да, христиан, то вас, значит, просто, ну, скажут, да вы что, ну, мы не молимся, только лишь православная церковь, значит, крещенных, значит, мы, значит, отпеваем, значит, и поминаем, и молимся только лишь за таких, за таких христиан. И даже доходит до таких глупостей, вот сейчас, ну, чисто политиканских в Украине, что, допустим, если... Значит, крещен был в православной церкви Киевского патриархата человек, то его уже нельзя поминать как бы в православной церкви Московского патриархата. Такие же иконы, такие же свечи, такие же храмы. Для обывателя вообще нет никакой разницы, значит, там, какой там, какой юрисдикции там этот храм. Но, значит, видите ли, батюшки делают такой криминал целый из этого всего. Это как вот на выборах, предыдущих выборах, значит, там, я помню, там в Донецке, Днепропетровске, особенно в Днепре, вот, прославились там священники на всю Украину, опозорились, значит, Московского патриархата, значит, с помощью исповеди выясняя, значит, у прихожан своих, за кого они собираются голосовать. Если за Ющенко, то отлучали от причастия. Вот, значит, и, значит, сотни людей, прихожан, членов Московского патриархата были отлучены от причастия, не допущены к причастию, потому что на исповеди они узнали, значит, они высказали, что они будут голосовать, значит, за такого-то кандидата. И, значит, потому что, согласно решению, значит, Московского патриархата, лишь один кандидат достойный, значит, это Янукович, господин, и все. Все остальные недостойные кандидаты. Вот, и, значит, вот такая была разнарядка сверху спущена, это не произвол отдельных священников, это была вот именно сверху, через епархию спущена такая директива. Вот, и, конечно же, прокремлевские такие позиции, они очень такие, ну, в церкви Московского патриархата очень ярко выражены. Но есть везде свои такие особенности определенные, но посмотрим, что будет дальше. Так вот, господа, скажу, что... Вот в 4 столетии, я уже объяснил, да, что откровение изначально было о молитве за умерших, ну, вне христианства. Вне христианства. И это было, ну, как бы логично более. Потом были другие откровения у самого Макария Египетского. У Макария Египетского описывается с десяток добрый вот примеров спиритизма откровенного, когда он, значит, брал какие-то кости, вызывал духа умершего человека, которому кости эти принадлежали. Один из случаев такой уникальный был прилюдного такого спиритического сеанса, когда, значит, в каком-то селении обвиняли человека в убийстве, и, значит, Макарий, он вместе с горожанами и судьями пришли к кладбищу, к могиле, значит, убитой там этой женщины, и, значит, он вопросил из могилы эту женщину, и голос прозвучал ее, и все там опознали этот голос, что это голос именно той женщины, и в присутствии судей, значит, и народа, собравшегося этого городка, этот голос, узнаваемое имя, значит, объяснил, что не этот человек является убийцей ее.
значит, и как бы сняли обвинение с этого человека. Так вот, и другие примеры еще есть спиритизма, ну, с добрых десяток, наверное. Так вот, и в житиях Антония Великого, прочих монахов 4 столетия очень много спиритизма. Кроме спиритизма, значит, что еще было характерным для вот монашества 4 столетия? Вот раннее монашество, как мы говорим, раннее монашество. Монашество тогда было, знаете ли, не монастырским, а оно было таким отшельническим. Отшельническим. Хотя прецедент был одного монастыря в Африке, опять-таки на реке Нил, значит, Пахомий Великий организовал такое общежитие, общежитие монашеское, или монастырь, как мы называем его сейчас. Так вот, и ну, для того, чтобы выжить в очень сложных условиях, значит, реки этой, где много всяких хищников и прочее, вот решили жить на одном острове монахи по одному уставу определенному. Но это был один прецедент. А вообще монашество было именно отшельническим. Это было типично. А в 5 столетии уже, когда монашество стало частью официальной религии государственной, тогда уже будущее было за монастырями, за монастырским монашеством. Потому что монахов всех, их вначале приписали к определенным епархиям, монастырям, а потом обязали их жить там месяц-два в монастыре, а потом гулять где хотят. Ну а впоследствии, как крепостное право, постепенно, знаете ли, вот так вот закрепили их за монастырями и запретили даже выходить. И отшельническое монашество, дальнейшее уже в средние века, было уже большим исключением вообще из правила, а не нормой. А в древности было наоборот. Так, что еще можно отметить о монашестве? Вот я уже говорил, самоубийство. В чем оно выражалось? Самоумерщвление плоти. Не только там в плохом там питании. Они, монахи эти, десятилетиями не мылись вообще. Мыться считалось это признаком вот именно угождения плоти. Вот, и, значит, и поэтому они вот страдали, не мывшись. Как говорят, да, не, моется часто тот, кому лень почесаться. Да, значит, как бы, вот, и вот и люди просто-напросто они вот именно жили, не стригли ногтей. Значит, там, когда, допустим, один из этих монахов, Семен Столпник, вот классический пример, когда он жил на столбе, он большую часть жизни своей прожил на столбе между небом и землей. Почему, зачем, мы не знаем точно, но вот по мнению официальной церкви русской, значит, чтобы быть посредником между Богом как бы, и людьми, вот, как бы, потому что его такое положение даже самое, оно уже, как бы, уже внимание людей заостряло, значит, и обозначало, что он как бы посредник определенный. Так, по крайней мере, звучит в молитвах официальных к нему, в акафисте там, значит, там, и в каноне. Потом, ну еще написано, что он был как бы удивлением и для ангелов, и для бесов. Ну понятно, все были в шоке, конечно, от того, что Сема там совершает. Значит, Семен был на столбе, он сидел, значит, там, вначале был столб, по-моему, 20 метров, я сейчас не помню точно, там сколько было метров в конце, но это был высоченный столб. Вначале он его наращивал постепенно, ему подавали камни, он их поднимал, значит, и укладывал, значит, и это было большое, такое как колонна, что ли. Так рисуют, по крайней мере. Да, когда его сняли со столба, да, значит, еще до этого, он прославился еще до столба, уже прославился, его заковывали цепями и приковывали к скале. Их приходили крестьяне и подкармливали его. В общем-то, вот такая была его жизнь. Говорят, что он сам изъявил желание, чтобы его приковали к скале. Ну, возможно, и не так, потому что крестьяне наверняка были обеспокоены вот таким беспокойным соседом, который, значит, там ходил, значит, по горам, значит, там, значит, и пугал население. Одним словом, однажды он вырвался таки оттуда и, значит, поселился в одной пещере, где он застрял, прямо в камнях. И он не умер, потому что нашли его, опять-таки, крестьяне нашли его и его кормили. Там, прямо в расселении, говорят, он не мог вылезти ни туда, ни обратно. Но однажды он все-таки вылез и оттуда, и вот потом избрал такой себе как бы подвиг, говорится, подвиг, залез на столб и вот жил на столбе. Сколько он прожил, неизвестно, 30-40 лет примерно, говорят, около 40 лет, последних он прожил на столбе. То есть большую часть жизни своей, не спускаясь, не ступая на землю. И вот все эти годы, всю свою жизнь, с самого юношества, когда он ушел из своего дома, его там искала мама, его искали родственники, но он прятался все время по монастырям и потом по этим скалам, а потом уже на столбе. Он не стриг ногтей, и когда его сняли со столба, я видел в интернете фотографию, американка, самые длинные ногти у нее на планете.
в Книгу рекордов Гиннесса. Это американки далеко еще до святого Симеона Столбняка. Потому что его ногти были большими кольцами три раза. То есть это, я не знаю, это, ну, пишут так. Наверное, еще почему пишут так? Может быть, были меньше все-таки. Пишут так, наверное, потому что их, на эти ногти потом резали на сувениры, значит, и продавали их, значит, как мощи. То их было очень много. Значит, но, а вначале было так, что он стоял на столбе, вот ни зверь, ни птица, вот, значит, с когтями, значит, он весь, одежда, он имел только лишь вот юношескую одежду и все. Она давно истлела, но он был весь лохматый, волосатый, значит, и его волосы, борода, значит, там были очень большими, как, знаете, как золотовласка такая, в два раза больше, чем его тело. То есть это невероятно длинные волосы были, ногти, значит, ну, вот такой человек был. И... Знаете ли, и он заживо гнил, извиняюсь за подробности, но черви спускались даже по столбу. И он просил учеников поднимать этих червей ему тоже. И он их снова сажал на свое тело. Даже черви были в шоке, они от него бежали. Значит, но... Вот для чего? Если бы вы спросили, Симеон, зачем ты там делаешь, что там делаешь? Он сказал бы, ну вот, да, значит, из-за того, что спасаю свою душу. Спасаю свою душу. Ну и, конечно же, чтобы, значит, быть посредником, как бы, как говорят в официальном православии русском, чтобы быть посредником и при жизни, и после смерти. Да, его снимали аккуратно со столба, когда он умер. Ну, поняли, что он умер, потому что он долго не подавал никаких признаков жизни. Он так и умер стоя, окаменел. Последних 7 лет, пишут, он был вообще на одной ноге стоял. И при жизни окаменевал уже. Его сняли со столба. И как старатели не снимали, но один ноготь отвалился у него все-таки. И для этого ногтя сделали из золота, серебра такую раку, то есть шкатулку такую для поклонения впоследствии. А его тело, почему я еще рассказываю это подробно, именно уникальная посмертная судьба этого человека, его тело. Дело в том, что он первый в своем роде был расчлененный монах. То есть его тело, потому что о нем спорили разные монастыри, и предъявляли требования, что именно пусть у них будет тело святого Симеона, а до того еще никогда никого не членили. То было лишь целиком тело положено, допустим, в гробницу. И вот решили, чтобы никому не было обидно, Симеона порезать на части и разослать по всем монастырям для поклонения. Это было в 5 столетии все это. Я после перерыва расскажу, как, в общем-то, доктринально все это потом обосновали. Вернее, еще до того, еще лет за 20 обосновали доктринально. Но части тела святого Симеона и растащили на самом деле по всей Малой Азии и не только. И даже в Европу впоследствии попали. А крестоносцы вывозили тоже фрагменты его тела, значит, как реликвии для продажи, значит, в Западной Европе. Его ногти стали очень популярными сувенирами для христиан Востока и Запада. Значит, их, говорю, столько, что, значит, там, ну, их неимоверное количество вообще этих ногтей. Потом, до сих пор, если в Стамбуле кто будет, допустим, там, где сувениры продают, до сих пор, пожалуйста, вам могут предложить, значит, эти камешки святого Симеона, столб святого Симеона, потому что его мусульмане, турки, когда пришли, турки туда, они этот столб, который был почитаем, как бы, столетия некоторые, они его растащили, полностью его, значит, развалили столб, и эти фрагменты, они, значит, на сувениры, они как бы как талисманы у мусульман и у христиан там, значит, использовались. Значит, и до сих пор в Стамбуле на продажах можно запросто купить камень, небольшой камешек такой, как сувенир, красиво обделанный, значит, и, значит, можно носить для себе, как бы, а зачем? Вот реликвия, священная реликвия, как бы, значит, там, но туристы обычно покупают для другого, говорят, турки тоже рекламируют это, якобы мужскую силу дает, значит, как бы, поэтому носят эти камни святого Симеона, ну, у них свои там эти вот есть предания уже по поводу этого, но хотя дыма без огня не бывает, и святой этот Симеон, значит, он, в общем-то, избрал-то себе необычный подвиг такой, да, на столбе жил, но в христианстве он был первопроходцем. После него были там десятки, и на Руси в том числе, этих столбняков. И на Руси они жили в основном в деревьях, кстати, в дуплах деревьев. Значит, и в Европе были, но в основном на Руси, кстати, продолжение имело это движение. Ну и в Малой Азии. А вот, в общем-то, в Малой Азии находят сотни вот этих вот больших и малых этих вот столпов. Значит, ну, понятно, на них не жил Симеон.
но они еще сделаны, некоторые из них, за 1000 лет до нашей эры. То есть задолго-задолго до Симеона этого столпника. И это были столпы фаллического культа. И это было очень популярно там, в Малой Азии, в древнем еще мире еще. И Симеон столб там мог обнаружить только лишь подобный. Он не мог найти колонну отдельно стоящую, вот просто так, допустим. И потом на Руси, допустим, вот я говорю, жили в дуплах деревьев. Для чего эти люди? Вот как вот случай с Ильей Муромцем, да, значит, там, когда соловей-разбойник, значит, жил там, ни зверь, ни птица такой с когтями. Вот образ соловей-разбойник откуда? Вот как раз монахи, которые проживали в таких дуплах деревьев, значит, жили на деревьях и питались, чем могли питаться, там, листьями, всем. Значит, в одном из рассказов есть такой даже рассказ в летописи, когда князь поехал на охоту, один из князей, и он, имел такую привычку стрелять, потом спрашивать, кто это такой. Значит, и он видит какая-то тварь такая, значит, на дереве. Ни зверь, ни птица, с когтями, волосатая. Он, значит, выстрелил, потом подскакал, значит, видит, а это, кажется, монах. Просто весь обросший такой, когтястый. Вот, и его свита сказала: князь, это дурной знак, если ты убил, видимо, святого человека какого-то. Вот, значит, и поэтому князь, значит, из-за суеверного страха на этом месте приказал построить собор, значит, потом дал денег монахам, чтобы они там поселились и построили монастырь впоследствии. Об этом монахе на дереве, в дупле жившем, никто ничем больше не знает вообще. Вот, просто лишь вот эта история. Но его останки положили, значит, для почитания, и вот до сих пор почитаются. Вот, значит, хотя ничего не известно, что это был такой за бродяга там на дереве. Вот, но, к сожалению, вот это все, что сейчас вам рассказываю, выдается до сих пор за христианство. Вот как бы порой уму непостижимо, но мне самому непонятно, как я мог раньше верить в это все. Я ведь те же самые факты я раньше знал, но, может быть, я их по другим как бы совершенно углом рассматривал. И мне, может, тогда казалось даже, что это сила Божья такая. Ну, вот надо же, все-таки человек вот терпел там 40 лет там, на столбе, значит, шутка ли, значит, ну, здесь без сверхъестественно не обошлось точно вмешательство. Но, да, я и сейчас думаю, что это не могло быть без сверхъестественного вмешательства. Вот, но с другой стороны, с черного хода. Потому что вход в духовный мир, законный, именно Богу угодный, он один. Это дверь сам Иисус Христос. Нет других входов, знаете ли, нет какого-то дополнительного захода в духовный мир, в Царство Божье. Одна дверь, она отверста, и не надо нам ломиться там в закрытые какие-то двери, не надо нам ломиться в окна какие-то там, говорят, духовные эти окна. Как, допустим, Павел Флоренский был такой, который говорил, вот, мол, икона – это окно в духовный мир. А потом его спрашивали: отец Павел, а что же, по-вашему, есть чудотворная икона? Он говорил: это широко распахнутое окно в духовный мир. Красиво. Я слушал, я читал это все, представлял себе. Вот, значит, это написано как раз в его одной из такой самой известной книг. А потом меня осенило в том же самом 96-м году. Но ведь не через окна мы должны ломиться в духовный мир. Заглядывать, значит, разглядывать или лезть в эти окна, в духовный мир. А есть дверь открытая. Это сам Христос. Зачем нам через окна входить в духовный мир? Но, к сожалению, вот монашество, оно толкало христианство в пропасть оккультизма. Я сразу говорю, что я не против монахов. Вообще Иисус говорил, кто может вместить, да вместе. Вообще, если человек, он хочет безбрачным быть, если в этом смысле говорить о монашестве. Но о монашестве как о явлении, именно как о антихристианском явлении в христианстве, я, конечно, против категорически вообще. Потому что ничего доброго в истории христианства монашество не дало. Ничего доброго. Наоборот, что было характерным для монашества в истории христианства за вот более там тысячелетнюю историю, 1500-летнюю историю? Характерно было тунеядство, сам дух лени, тунеядство, потом спиритизм, оккультизм приходил. И также монашество всегда фактически в своей истории гасило пробуждение, и было главной силой контрреформации, тоже всегда монашество именно являлось таковым.
И не просвещение, а наоборот, гасителем было просвещение монашества. Хотя были исключения, конечно, из правила. Я сейчас говорю об общем, о правиле. Были исключения, те же самые, допустим, Кирилл и Мефодий, да, значит, монахи, просветители, которые, ну, опять-таки, они, да, переводчики писания, значит, служения на славянский язык, они были сами наполовину славяне и как бы были обеспокоены тем, что их сородичи вот не могут ничего понять в храмах, стоят сотнями, тысячами, вот, и что пришли, что ушли, ничего, как с гуся вода, знаете ли. Вот. И они, конечно, благородно поступили, они просвещали славян, но, знаете ли, все их усилия наталкивались на такую стену железобетонную сопротивление, что диву даешься. Значит, они были такими диссидентами религиозными при жизни. Их арестовывала церковная, значит, структура, содержала в заключении, избивала, значит, запрещала. Потому что в то время была ересь такая, ее называют о трех языках ересь, что вот якобы только лишь три языка являются богодухновенными, на которых возможно служение. Значит, это три языка, на которых была надпись над Иисусом сделана в момент распятия. На еврейском, на латинском и на греческом. Но еврейский уже отпадал, потому что теория замещения. То есть, получается, было три, сидели на трубе, да, а упало. Осталось два. Значит, но и Б пропало, потому что латынь тоже на Востоке считалась уже, ну так вот, уже постольку поскольку. Греческий считался вот достойный язык для богослужения. И слава Богу, что у Кирилла Мефодия хватило мудрости пойти против течения и заявить, что это все является ересью. Да, давайте мы тогда отдохнем и продолжим после перерыва. Так вот, о монашестве еще пару слов надо сказать такие. Монашество в V столетии, оно после того самого злополучного собора 22 июня 431 года, монашество стало во главе церкви. Большинство служителей высокопоставленных, вот этих вот епископов, митрополитов, патриархов были уже монахи. В общем-то, женатые епископы были уже в то время большой редкостью. Хотя это было против Слова Божьего, мы понимаем это. Читая Библию, мы видим, что это против Божьего Слова и здравого смысла вообще. Но вот что было, то было. И до сих пор, допустим, как наследие этого мрачного времени, как бы, знаете ли, как эхо вот этой страшной войны, этого события, в католицизме, допустим, в римском католицизме, все служители, к сожалению, они вынуждены вот брать на себя вот эти обеты. Нет, некоторые, я понимаю, конечно же, некоторые из них, я знаю таких служителей, у меня есть знакомые, друзья есть, католики, служители, я знаю, некоторые из них, они по доброй воле, то есть это их решение, это их посвящение. Это их воля, это их право, и Иисус говорил, кто может вместить, да вместит. И я тоже когда-то хотел быть монахом вообще-то, но в своей жизни. Наверное, многие молодые люди, когда вот в церкви делают первые шаги, в православной, католической, наверное, хотят быть монахами. Потому что это подается, знаете ли, в таком виде, как вот идеал. Пусть там недосягаемый Олимп, но это как бы такая светлая вершина. И потому что вот эти вот отцы первопроходца монашества, они подаются как вот такие столпы веры, что ли. Я читал Добротолюбие, допустим, где тот же сам Макарий Египетский приписывает ему много прекрасных таких выражений. Может быть, он какие-то из них и на самом деле сказал, я не знаю, но я зачитывался этими словами и думал, надо же, какая мудрость, какая глубина. Это же Соломон наших дней, как бы, значит, вот, ну, не наших дней, но уже нашей деноминации, нашей церкви. И, конечно же, знаете ли, конечно, некоторые наставления настораживали очень сильно в Добротолюбии том же самом, некоторые даже отпугивали, но я думал, наверное, это от моей такой бездуховности, такой как бы слабости и вообще немощи человеческой, наверное, нужно мне просто по вере принимать все это. Раз эта церковь одобряет, раз это опыт предания моей деноминации, я это все принимал. Я тоже помню, монашествовал так понемножку-то, значит, было дело. Начитался там о монахах, там, и давай там поститься, значит, и потом уже привык не есть, как бы, значит, и жил так.
Допустим, боялся этих комариных укусов я очень сильно, значит, как аллергия такая большая у меня была, но думаю, нет, что за ерунда, я же собираюсь монахом быть. Я специально оголял торс, значит, садился на поляне лесной, значит, и ждал, пока они меня залепят, значит, облепят всего, и кровь сосут. Я смотрел и терпел. Вот. Потом все зудело, конечно. Ну, я вам рассказываю некоторые такие вещи, может быть... Но я думаю, ну, я хотя бы немножко все-таки не до крови еще сражался, но как бы, думаю, попробую нечто подобное. Я старался меньше мыться, значит, там как бы, значит, и оно как бы само собой, такой образ, такой православно-неряшливый такой вид такой был.